Детской трагедии удалось избежать еще в одном происшествии. И все благодаря бдительности очевидцев. Сотрудники Росгвардии спасли 3-летнего ребенка. Он мог выпасть из окна 5-го этажа одного из домов по улице Доронина в Ярославле. Люди вызвали сотрудников Росгвардии. Ребенка спасли и передали в руки родителям. Теперь предстоит установить, почему малыш находился дома один. По плачу ребенка, по крику ребенка, я установил, в какой квартире он находится. Дверь была не заперта. Я приоткрыл дверь, увидел на окне, на подоконнике ребенка, позвал его к себе. Ребенок откликнулся, подошел ко мне. Я его успокоил, взял на руки, после чего мы дождались приезда его родителей. И ребенок был передан отцу в целости и сохранности.